сентября в Баку на стадионе Махсу прошел митинг оппозиции под лозунгом «Грабеж, ложь, монархия». Основными темами митингующих были вывезены из страны 3 миллиарда долларов и освобождение политзаключенных. На митинге собрались представители различных партий, движений и гражданские активисты. В ходе митинга участники держали плакаты с лозунгами «Конец коррупции», «Конец монархии», «Куда утекли 3 миллиарда», «Стоп политическим репрессиям». Также собравшиеся на акции периодически скандировали «Свободу, отставку». Митинг начался в 3 часа и продолжался около 2 часов. После окончания, по сообщению организаторов митинга, полиция задержала 53 человека.